Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем нашу тренировку. Сегодня мы делать будем акцент на ноги, потому что, как вы знаете, у девушек центр тяжести находится внизу. Поэтому большую часть нагрузки мы должны делать на нижнюю часть тела. Да, кстати, никогда не говорила о том, какой должна быть спортивная одежда в зале. Обязательно нужны лосины, ну и такие вот футболочки. Но самое главное, это, конечно, обувь. Надо мной весь зал смеялся, когда я пришла в кожаных кроссовках. Что ж, хорошо, с удовольствием начнем тренировку. Поехали. Поехали. Упражнение называется «Жимы ногами в тренажере». Так как Баян давно уже не выполнял это упражнение, я покажу правильную технику. Ноги также на ширине плеч. Опускаем тренажер вниз и колени разводим в стороны. В этом упражнении ни в коем случае не разгибайте ноги до конца, чтобы беречь коленные чашечки. Здесь должна играть музыка Рокки Бальбо. Рокки Бальбо, вперед! Мы верим в тебя, Рокки! Ай, не могу. Мне вот часто пишут: Баян, зачем вы занимаетесь спортом? У вас так хорошая фигура. Хорошая, но не идеальная. На самом деле все упражнения очень похожи друг на друга, но все-таки дают очень разную нагрузку. Следующее упражнение называется «Выпады со штангой на плечах». Одну ногу ставим вперед, спинку держим ровно, делаем выпад вниз. Выполняем 10 повторений на одну ногу и 10 повторений на другую ногу. И красивые ягодицы вам обеспечены. Все-таки женщина – это нежное создание, и все дается нелегко. Немножко выдержки и силы духа от Мадины Булгабаевой, и все было бы хорошо. Руки подтянулись очень хорошо. Да, я заметила, как у меня потянулись руки. Вот что выдает нас, девочки, вот это место, оно нас и выдает. Но благодаря спорту очень все даже прилично. Результаты, которые я достигаю в зале, помогают мне одерживать победы в жизни. Ну что ж, следующее упражнение – наклоны со штангой на плечах. Очень мощно работает ягодица, очень мощно. На следующий день реально будет тяжело ходить и вообще передвигаться, но зато эффективно. Делаем вот такие вот наклоны, но всегда сохраняем технику в пояснице. Желательно опуститься до уровня 90 градусов. Ой, это кайф. Это такой кайф. Трудиться – это кайф. Честно. Ну что, теперь работаем над проблемной частью. Это у нас трицепсы. Самые ненавистные у нас у девушек. Поехали. У девушек много чего ненавистного. А сколько подружка моя тягает, Мадиночка? Килограмм так 10. Спасибо. Очень эффективное жиросжигающее упражнение для мышц пресса. Его надо делать быстро. Делаем на максимум, сколько можем. Доводим до жжения. Ну что, Баян, давайте повторим, как сделал это я. И сделайте точно так же вы. Покажите, на что вы способны. Thank you.
Хочешь быть первым? Тогда уходи с тренировок, последним. А теперь моя искренняя улыбка, знаете почему? Потому что мы закончили тренировку. И я очень счастлива, что мы хорошо сегодня поработали, хорошо потренировались. Сегодня мы работали, так сказать, с ногами. И на ноги, да. Ягодицы, сделали упражнения для рук, соответственно. Для пресса. Всего доброго, спасибо, что вы с нами. Пока.